Ребят, всем привет! В этом ролике хочу с вами поделиться актуальной информацией по связке с киви, в которой в последнее время происходят сильные изменения. И многие думают, что связка умерла. Но есть определенные лазейки, которыми поделюсь с вами в этом видео и расскажу, как можно работать по данной связке в текущих реалиях. Эту информацию сейчас мало где можно найти в открытом доступе, поэтому заранее подпишитесь на канал и поставьте лайкос за такой огненный контент, который я со своей командой готовлю именно для вас. И также максимально всем рекомендую подписаться на телеграм-канал. Там я делюсь еще большей пользой и рассказываю, как зарабатывать на крипте и как зарабатываю именно я. Для начала давайте расскажу, как выглядит механика по работе с киви кошельками. Вообще механика максимально проста. Суть заключается в том, что мы продаем и покупаем USDT как мейкер внутри Binance или любой другой биржи с помощью как раз таки киви кошелька. Связка подойдет для небольших депозитов примерно от там 20 до 100 тысяч рублей. Преимущество этой связки заключается в высоком спреде. В целом, в месяц можно спокойно делать от 50 до 300%. Также для работы по этой связке не нужны карты от слова совсем, что тоже является большим плюсом. Фундаментально по Kiwi работа заключается в том, чтобы крутить с подсчетом USDT. То есть, представим, что вы покупаете к себе, к примеру, там 2000 USDT и крутите их со спредом 2-3%. Например, продали 2000 USDT по курсу 95, что равняется 190 тысячам рублей на Kiwi аккаунты. И далее закупились с Kiwi кошельков по курсу 92,5 и получили 2054 USDT, где прибыль составит 54 USDT, но это не учитывая комиссию, которая для мерчей будет 0,14% на мейкер-мейкер, что равняется 3 долларам. Конечно, как и везде, есть нюансы. Давайте разбираться. При работе обязательно будет оставаться остаток на кошельке, и этот остаток нужно сливать в ноль тейкером. Если остается пару тысяч рублей, то потери будут практически минимальными, и вы их не будете ощущать. Для прокрута большего объема всегда придется использовать ферму кошельков. Ферма кошельков — это 50-100 кошельков, где на каждый кошелек можешь делать по 5 операций в день, входящих и исходящих. Работу с фермой можно технически реализовывать через jailbreak на айфоне и мобильный интернет. Главное — использовать разные симки и MAC-адреса, чтобы Kiwi вас не блокировали. Но самый большой нюанс — это как вывести деньги с Kiwi кошелька при новых ограничениях. Сейчас самый главный вопрос и сложность при работе по этой связке как раз таки заключается в этом. В связи с вводом временных ограничений, которые, я думаю, будут навсегда, на использование Kiwi кошелька и введение лимита на вывод в 1000 рублей в месяц, появились некоторые трудности. Я постарался собрать для вас все варианты вывода средств на текущий момент и сейчас расскажу про них. Поехали! Вариант номер один. Это вывод с Юмани кошельков. Этот способ отлично пойдет для небольших сумм, там до 50 тысяч рублей. Чтобы вывести деньги с Kiwi кошелька, мы переводим необходимую сумму без какой-либо комиссии к себе на Юмани кошелек, а далее с Юмани по СБП, где лимит 3,5 тысячи рублей в сутки, мы выводим на карту любого банка. Вариант 2. Мобильные операторы. Пополняем сим-карту МТС или Тинькофф, а далее переводим необходимую сумму с баланса сим-карты на баланс банковской карты. Сделать это можно без какой-либо комиссии. Но выводить большие суммы этим способом также не получится, так как у Kiwi есть лимиты на бесплатные переводы на номера мобильных телефонов. Вариант номер 3. Криптовалюта. Мы заходим в P2P раздел, например, на Binance. Там сейчас самый выгодный курс на подобные обмены. И покупаем крипту в качестве тейкера по чужому объявлению. Ну, или даже в качестве мейкера, это по собственному объявлению. Например, мы покупаем USD тейкером по 94.86 за рубли, лежащие на нашем Kiwi кошельке. После этого сразу же тейкером продаем USD за Тинькофф, Сбер или любой другой банк по курсу, например, 92.1. Но минус такого способа заключается в том, что не получится вывести деньги без потерь. Из-за разницы курса на Kiwi и банковских картах на данный момент потери будут составлять примерно там от 2 до 3,5%. Вариант 4. Сервисы по отправке рублей за границу. Например, через сервис Контакт можно отправить деньги за границу в Турцию и ряд других стран с помощью Kiwi кошелька. Там уже на ваше доверенное лицо или на самого себя получить доллары, после чего обменять их на рубли на карту. Либо же доллар обменять на тезер и потом его продать на рубли на карту. Из разницы курсов вы также будете нести некоторые потери, которые составят, как правило, до 2%. Это плюс-минус. Кроме того, вам нужно самостоятельно находиться в другой стране или иметь там доверенное лицо, что максимально усложняет такой способ вывода. Вариант 5.
брокеры и букмекеры. В этом последнем способе нам нужно сделать депозит с Kiwi на букмекерскую контору или брокера. И уже оттуда вывести необходимую сумму на банковскую карту. Главная сложность при выводе средств через букмекерскую контору заключается в том, что без проставления суммы, то есть без ставки, как правило, не дадут вывести деньги. А для того, чтобы без потерь и рисков проставить сумму депозита, то есть сделать ставку, нужно уметь делать это максимально правильно. Рекомендую присмотреться к букмекерским вилкам, если вас интересует такой способ. Поэтому этот способ также пойдет не для всех, и в случае с выводом через брокеров, главная сложность заключается в поиске такого брокера, который даст возможность заводить деньги с помощью Kiwi кошелька, а выводить их уже к себе на банковскую карту. Такие брокеры 100% существуют. Раньше все активно выводили через БКС и Фина, но сейчас они быстро улетают в блокировку. Вариант 6. Самый интересный по мне так вариант — это казахская верификация на Kiwi. Казахская верификация позволит переводить USDT в тенге и тенге уже переводить на любую карту. К примеру, на карту Сбера. Конечно, будут комиссии, но это того стоит. Вот такая вот информация на текущий момент по связке с Kiwi. Да, закручивают гайки, есть свои сложности, но это значит, что, скорее всего, по ней будет работать меньшее количество людей, и, соответственно, спред будет намного выше. Поэтому эту связку точно не стоит хоронить, и при работе с небольшими банками стоит уделить ей внимание. Если вы хотите узнать, как создать ферму Kiwi и работать по ней, то переходите на мой телеграм-канал и подписывайтесь. Как наберем там 6000 подписчиков, я подробно расскажу, как создавать ферму Kiwi кошельку. Помимо Kiwi, на своем канале я делюсь и другими классическими связками, более перспективными с моей точки зрения, где можно реализовать больше объем и заработать в разрезе месяца много больше денег. К примеру, делюсь о процессинге, о перестановках и раскрываю эти ниши изнутри. Поэтому, если вы хотите всегда быть в актуальных, скажем так, новостях рынка и понимать все рабочие связки, то всем рекомендую прям безоговорочно подписаться на мой телеграм-канал, потому что там действительно делюсь с вами годнотой и приоткрываю занавес того, как работаю я сам, как работает моя команда, как работают другие знакомые команды. Поэтому в любом случае, если вы интересуетесь сферой крипты и хотите зарабатывать деньги, то мой канал вам может в этом максимально помочь. Поэтому ссылка в описании. На связи был Антон Степанов. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Ну что ж, до новых встреч!